дождя уже на самом деле. Не сильного, хотя бы чтобы пыль прибьем. Шикарненько. Где парадка? Ну, вот этот палок нам нужен. Что такое прием? Бревна. Да, тут размыло пипец, как с меня ростом. И чтобы проехать квадру, надо задачку решить. Капец, сколько борщевика. Просто гигантский. Это джунгли! Слушайте, я прям как это, Алиса в стране чудес. Алис! Кто такая Алис? О, васильковое поле! Опа, полили. Жесть!
длинное хобби, да? Больные! Чего вы? Чего? Началось, да? Интересно, что для нас. Мне что-то интересно. Ну сейчас да. Где Макс? Проехал? У него же резина хорошая. Уже нет. Надо не газовать. Тот он замылился вообще. Что, по пояс? Иди ты нахуй! Как ты проехал, не провалился, блин? Как, как? Лёта, походу, блин. Это настоящий хар! Нечто будя! Нечто будя! Я заснял, Максим. В эту сторону. Офигеть. Кто это туда уехал? Honda 450. Ну куда туда? Thank you.
так вот мы возвращаемся. Наши покатушечки. У меня перегорела лампочка, я еду без фары. С велосипедным фонариком, примотанным скотчем к шлему. Нам еще ехать до хера, уже сейчас скоро 12 часов ночи. У меня болит задница. Успокаивает одно. Скорее всего, вещь меня не укусит. Я подводка. Что? Подводка. Я знаю. Она отваливается. Спасибо! Что у меня отваливается? Подножка. Я, блядь, чуть не упал только что. Потому что все несутся, как угорелые. Ночью. Где тут дорога? Говорил Руслан, будешь ехать рядом, у кого хорошая фара. И все, бля, лупанули так, что... Едет Сергей с фонариком. Нахера тебе вообще фара? Можешь и без фонарика, и без фары ехать. Макс, не отставай! Не отставай, говорю, Максим! Блять, у меня бензина нет! Уже нет? Блять, на дне плескается, я плохну иногда. Я не знаю, что делать. Приехали! Пиздец! Блядь! Сука, уроды! Я как раз записал видео по этому поводу. Ну и, Руслан, как мы сейчас будем паять? Ну, зажигание не включается. Снимай фишку, нахуй, короти все, блядь, друг от друга, изоленты и погнали дальше. Бля. Не, это плохо закончится. Не, давай. Так я снимаю. Да тут маленький брод.